Сейчас я вам расскажу о своем опыте использования магнитной маски Клеопатра. Вот так выглядит упаковка, вот маска молодости. Вот так, собственно, сама маска. Отверстие для глаз и носа, вот они, застежка в липучках, проверим ее. Все просто, надежно. Вот. Ее нужно просто надеть на лицо и застегнуть так, чтобы плотно прилегала кожа и не жала. Я в этой маске сплю. Ткань мягкая, маска удобная, спать не мешает абсолютно. Вечером надеваю и ложусь. Снимаю утром или раньше, если ночью проснулась. Да, сваливается сама. На утро кожа свежая, никаких мешков под глазами, даже если спать пришлось недолго. Вид отдохнувший, как будто сама проснулась, а не будильник разбудил. В общем, очень хорошая маска. Еще раз покажу упаковку. Вот такая она, маска молодости. Всем спасибо за внимание.